Прожиточный минимум в Мурманской области подняли на 10%. Поэтому из бюджета региона выделят еще 400 миллионов рублей на выплаты семьям с детьми, сообщили на заседании правительства. Это выплаты семьям с детьми от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, которые совершенно новые, которые в буквальном смысле привязаны к величине прожиточного минимума на ребенка. Теперь она будет в максимальном значении составлять 21 285 рублей. То есть это было 19 620. Повышенные выплаты семьи начнут получать с 1 июня. Зарплата мамы за первого ребенка тоже вырастет до 16 тысяч рублей. Помимо этого, правительством будет разработан план по улучшению инфраструктуры рядом с земельными участками, выданными многодетным семьям ранее. А непригодные для строительства домов территории можно будет обменять на компенсацию в размере 340 тысяч рублей. Александра Пескова, Татьяна Лежняк, ТВ-21+.